Всем привет! Вы на канале Салмар. Сегодня мы будем готовить очень вкусный пикантный салатик. Для него нам понадобится корейская морковка. Ее я готовила сама. Снизу оставлю ссылочки, как ее приготовить. Оливки, свиное вареное мясо и один перец. Для начала порежем перец. Нам нужно отделить все семена, они нам не понадобятся. Перец я режу тоненькими такими кусочками. После того, как порезали перец, нам нужно добавить оливки. Их можно либо порезать пополам, либо поставить целиком. Я порежу пополам. Кто не любит оливки, а любит маслины, можно заменить на маслины. Кстати, оливки мы взяли тоже с начинкой, там перец. Теперь берем мясо, можно его либо разделить на волокна, на такие достаточно крупные, либо порезать, кому как удобно. Мясо тоже можно взять, если вы не кушаете свинину, либо вы ее не любите, можно заменить на куриную грудку, например, либо на индюшинную. Либо также можно заменить, если все-таки вы любите свинину, можно пожарить либо на гриле, либо на сковороде. Будет тоже очень вкусно. Теперь берем корейскую морковку и добавляем все к тем ингредиентам, которые мы уже порезали. Солить, перчить не надо, добавлять растительное масло тоже не надо, так как все это есть в корейской моркови.
Ну, либо можно попробовать после того, как перемешаете. Если чего-то на ваш вкус не хватает, всегда можно добавить. Так, теперь все это хорошо перемешиваем. Вот такой у нас яркий, вкусный, пикантный салатик получается. На этом все. Ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр. Напишите, может, у вас есть какие-то любимые салаты, которые вы делаете с корейской морковью. Что-то какие-то, может, у вас есть секретики свои. Всем пока. Подписывайтесь обязательно. Будет много всего интересного.